И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на моде Afterlife и все так же на сервере Savage 10X. Собственно, что изменилось? Ну, во-первых, изменилось очень много. Во-первых, прошло полтора дня. Я пытался вчера вечером записывая это в час ночи, короче, потом еще разраб что-то добавил, и сервера начали вылетать, как я понял. Ну, помните, с чифами была такая фигня. Только там ты вылетал, тут просто сервак крашился. Ну, вот, даже не крашился, просто сервер... Все вылетели с сервера, а по логам пишет, типа, сервер запущен, игроки играют. Ну, вот, короче, и спасал только рестарт и откат до последнего сейва. Собственно, до сих пор и спасает. Сейчас время обед у меня, как 3 часа дня. Вот, в Москве это 11. Кстати, вышел там по серии по Панзарчику 11 выпуск. Вот, прямо именно сейчас, да? Да. Нет, не сейчас, еще не сейчас. Не сейчас, там, через 4 минутки выйдет. Вот, и, собственно, что же по арку. В прошлой серии я закончил лутание цементной пасты, там все дела, и, собственно, выключился, полетел до озера и начал лутаться, и меня просто рапторы загрызли. Загрызли в очень огромном количестве, вы это все прекрасно видите, там очень много раз меня убивали, не только рапторы и так далее. В общем, короче, лут задиспавнился, я думаю, да и фиг с тобой. Думаю, ну что делать, что делать? Надо же что-то делать. Смотрю, альфа-птер. Я беру такой болос, накидываю на него, беру копье, копья нету, беру топор, и давай мочить его по 80 хп. В общем, нанес ему где-то 3500 дамага, и он у меня улетел спокойно. Да и пошел ты, короче, думаю, ладно, пофигу, не получилось. Птерчик там был 90 с лишним левелов. Вот, думаю, не получилось. Короче, что-то смотрю, опа, дамаг пошел. Опс. Секундочку. Что за фигня? Ой. Я браузер не закрыл. Вот. Смотрю, дамаг летит. Думаю, о, интересно, что это за фигня. Подхожу, смотрю, а там два раптора грызут птера. И убежали. Не стали доедать, короче, его. Я подхожу. Стоп. Да, они сначала не стали доедать, потом что-то развернулись. Дожрали его, я подбегаю, лутаю сумочку, и, собственно, вот они, те самые бутылечки, все отлично, я залутался, и все хорошо. Потом, одного из этих рапторов, а именно сотого левела, я себе притомил, да, я его притомил, и, как видите, я его уже нехило так раскачал. Я где-то около 3-4 тысяч хп ему вкачал, урон ему сейчас качаю, и выносливость до 1000 догнал, в общем... Басявый раптор. Прям глушит отлично. Наверху, как вы видите, у меня уже 3 птера. Я новых птеров себе притомил. Потому что это, короче, я уже не знаю, какого у меня по счету птера. Вот. Но в целом. Вот они. Птер. Вот этого я притомил буквально вот полчаса назад. Смотрю, 130 левел летают. Ну, думаю, надо, короче, томить. Они у меня узами усиленные. Это мужик. Это две женщины. Все отлично. Просто тащат. Кормушку переместил я вот сюда, чтобы она мне сильно не мешалась. Ну, а курицу-несушку вот сюда. Давайте ее назовем курочка ряба. Золотые же несет яички. Так, извините имя. Будешь у нас... ряба, я не знаю. Золотые же яички несет. Ну реально, яйца, блин, мать. Яйца реально очень тащат. Они еще по ходу дела и хиляют, потому что когда я был такой обгаженный, прям чуть ли не убитый, у меня что-то сожрал яйца, у меня там еще голод был, сожрал яйца и как-то отхилялся быстро. Не знаю, хиляет или нет, но в целом, короче, я только сейчас на яйцах живу. Я сейчас сам, как бы, у меня такая режим питания, я каждое утро съедаю 2 вареных яйца, 1 зеленое яблоко. Говорят, полезно. Вот, это мой завтрак. Я чисто сейчас каждый день так, я уже, получается, что, где-то полторы недели так питаюсь. Вот,
Ничего сказать не могу, но в целом, как бы, я что в игре живу на яйцах, что в реале. Вот, как бы, ну, 30 в день одно яблоко надо примерно так съедать. Ну да ладно, не об этом сейчас. Вот, и, собственно, как видите, я немножечко все изменил. Я изменил домик свой, прям так нехило изменил. Как видите, сюда вглубь улучшил, сюда улучшил. Вот, внедрился я, получается, в скалы. Здесь расширился вдаль немножечко. И я даже скажу вам больше. Опаньки, я расширился еще дальше. То есть, как видите, у меня здесь все каменное, там у меня все металлическое. Здесь я, видите, расширился, хотел туда вовнутрь расшириться, но там у меня не ставилось. Так, как видите, здесь невидимая текстура есть. Опаньки. Вот, расширение прошло успешно. Здесь, как видите, поставились печечки, как раз шкафчик, ступка, верстачки, холодильник. То есть я просто сюда встаю, и у меня все по кругу, все, что нужно. Здесь поставил 5 кроватей. Кстати, стакаются они хорошо. Главное их ставить одновременно, то есть имея все в инвентаре. И как раз сюда за термошкаф встал костер. То есть все замечательно, еще место дофигища. Поставил здесь факел и там в углу факел, так что все просто замечательно. Погнали, я вам покажу. Кстати, ну-ка, что у тебя тут по весу? О, кстати, пассивочка. Что у тебя тут по весу? Все-таки ты самый грузоподъемный. Мужик, он в Африке, мужик. Вес я им не качаю. Какой был изначально, такой остался. Вот, ну и все-таки мужик самый грузоподъемный оказался в этом плане из них. Хотя по выносливости, по здоровью он дрящеватый, зато грузоподъемность у него отличная. Вот, как видите, вот он мой домик. Там двойной вход. Сейчас я его тоже покажу. Вот, пока что у меня такая идет система. Я ее хочу продлить как вариант вот сюда и поставить бегемоты. Увеличить еще на 4 стены вверх. Примерно вот. С таким расчетом я пока что все это дело делаю. Вот, а дальше уже будет видно, что да когда где буду делать. Возможно, сделаю в лифт наверх подъем, чтобы можно было на лифте подниматься и лутаться. Вот, ну там будет видно. Если не зарыдет, как говорится. Вот, ну, сервер такой тихий, сервер вполне спокойный. Кстати, насчет того, баланс, дисбаланс, как бы, помните, я говорил в прошлой серии о том, что по факту одни залутались, как говорится, то есть притомили птеров с легкостью, другие не притомили птеров с легкостью, трайки и так далее. На сервере есть кит-старт, как я понял, который дает этих альфа-птеров, которые не могут эволюционироваться. Альфа-птеры, причем они лучше дамажат, лучше летают, еще и, как я понял, подводные. Вот, ну я себе, как видите, я его не брал. Мне и так нормально живется, вот он двойной вход. Мне и так нормально живется. Ну вот, поэтому как бы такие вот дела. Но в целом это, конечно, неплохо. То есть баланс все-таки есть. Пускай это я всего лишь навсего из-за своих принципов лишился. Но, как я понял, все равно это могут дать. Вот, двойной вход для чего? Забежал? Как говорится, и все. То есть с расчетом на то, чтобы вот так в угол заперся, если кто за мной забежал, то все, по бороде. Ну а там дальше, если сюда забежал, здесь у меня кто-нибудь будет стоять на нейтрале. И будет. Вот, короче, я кого-нибудь сюда буду ставить. Ну, возможно, рапторенка своего. Насчет дома. Помните, наверху стоял дом. Я его разломал. И знаете что? А ничего, короче. Суть в чем, когда ломается и выпадает сундучок, то если в хозяин не в сети, то ты сундучок даже залутать не сможешь. Прикиньте, ты можешь только залутать самого человека, но если с него выпадает сундук, то ты и сундук не сможешь залутать. Это просто нереально прикольно. То есть ты по факту не можешь найти какую-нибудь топ-хату, да, и залутать с нее там топовый лут. То есть, помните, да, мы рейдили как бы заброшенную базу с Адзака. Давненько это было. Вот, и суть в том, что сейчас так нельзя и не получится залутать. Да.
Лутал немножечко дропы. Вот такой рецепт меня просто убил. Обычный топор. Единственное, только у него урон чуть-чуть получше, 106,9. Но, блин, конечно, да. Вот такой топор, конечно, был, это хорошо. И вот это просто кайф. Вот это просто кайф. Это, блин, я ни разу такого скина не видел. Честно, вот, ни разу не видел. Вот. Что это за штука? Так, нет, не так, давайте. Во-первых, это копье. Это обычное копье. А, вот оно, обычное копье. Кстати, я залутал это копье с того дома, с чела. Вот. И, а это скин. Надеваем. И вот он. Скин черепа на обычном деревянном копье. Но, если мы снимаем этот скин, так, это волос. Если снимаем этот скин и ставим... Ой, да что ж... А! Ой, да ладно. А, это отлично, я типа скин зацепил за него, что ли? Блин, ну сначала так показать, потому что с металлическим копьем он выглядит намного круче. В этом плане. А, интересно, а если их сломать? Так, обвес, обвес. Да, с этого, походу, скин не снимается. Надо будет попробовать потом их поломать, может, скин слетит. В общем, на этом он выглядит намного круче, конечно, на металле. Но, как видите, немножечко раньше времени показал не то, что нужно. Вот, выпал кнут. Кстати, вот этот кнут и вот эта вот шапка мне... Точнее, чертежная шапка выпали с красного луча. Это здорово. Это просто здорово. Потихонечку лутаюсь. Металл пытаюсь накопить. Сейчас... Пойдемте. Он поубиваю. У меня тут бронтач ходит. Я его все... Реально, я на него сколько смотрю, я хочу его попробовать завалить. Получится на рапторе, не получится. Дамаг у раптора басявый. То есть дамаг у раптора... Вот, 1300. Прикол, да? Вот, поэтому я хочу попробовать. Ну, я думаю, получится. Отлично. У раптора скорость атаки прям жесткая, так что вообще проблем с этим у меня не оказалось. Отлично. Я бы даже сказал, замечательно. Еще урончика увеличим тебе. Вот. Ну, уже все здорово. Хе-хе, бля, он прикалывает. Что еще? У меня тут Карна бегал 120 левел, но потом все дружно вылетели, и Карна задиспавнился. Мне повезло. А так, Альфа Карна, я имею в виду. Альфа Карна 120 левел, это, конечно, да. Кстати, чем меня еще прикалывает Раптор, он, когда бьет, он связывает. То есть, по-жесткому... Я кое-как Траптора как-то раз урвал на птере. Вот, кое-как, реально, кое-как. Он просто меня ударяет, раптор, и все, я потом не могу двигаться практически. Это как, помните, я просто в воздухе завис, или это было не на серию, я в воздухе завис, я ударил, точнее, пролетал мимо Гиги, он такой, ха, зарычал, и я такой, в воздухе зависаю, и, блин, да ладно, я ничего не могу сделать. 55 левел, а ты у нас какой? 20 левел. О, дырчевых, конечно, дырчевых лучше убивать, авось хороший появится. Так, что у нас здесь? Огнемет? Да ладно, прикольно. Так, огнемет, работа подмастерья. Кстати, раньше здесь были, помните, да, рецепт Альфа, Прайм, все дела. Сейчас вернулись на нормальное название. То есть вот мне, о, легендарный, прикольно. Вот, работа подмастерья, легендарный, раньше был Immortal, бы его назвали. Сейчас он назван легендарный. Что у тебя тут за броней-то? Прочность 89. Ни о чем, конечно, прочность. Самое быстрое поджарить вашу цель. Ну, возможно, сделаем. Кстати, а что ты, ну, что ты требуешь вообще там? Сера. Да, если получится. А, ну, по сути, здесь же есть виверна, так что серу залутать можно будет. В целом, мне рапторы очень даже прикалывают. Меня всегда рапторы прикалывали. Они вот реально, вот рапторы, это настолько боевая мощь жесткая. Они маленькие, быстрые. Как видите, легко поворачиваются, легко управляют, бегают назад, прыгают. То есть, по факту, имеют всего лишь один удар. Но этот один удар, то есть, скорость ударов настолько быстрая, что просто как. Еще бы они плавали бы быстро. Ох, ценилы бы им не было. Так, давайте попробуем терчика сейчас ловить.
получится, не получится. Так, он прям надо мной, да? А был бы прикол, если бы я поймал. О, а я стою. Да ладно, я по себе что ли попал? Ох ты ж, ёптель. Вот я в натуре прям. А вроде вверх кидал. А, ну по факту, то что вверх кидал, он должен был упасть. Точнее, он вроде как по дуге шел. Ну ладно. Бывает. Черепушки. Кстати, да. Серии. Да, много болтовни, потому что очень много что случилось. Сейчас пойдем лутать полимерчик. Полимерчик мне нужен. Посмотрел я, сколько длятся, точнее, вот эти большие серии, какие у них просмотры. В среднем, ну, короче, 500-600 просмотров на видосе. То есть, получается, смотрят только мои подписчики, со стороны люди мало кто смотрит. Это плохо. Это плохо, поэтому я буду возвращаться к формату 30-40 минут, ну, точнее, 25-40 минут за выпуск. Примерно буду к такому формату пытаться вернуться. Посмотрим, что нам это даст. Так, ну, Раптор пускай здесь тусуется. Все нормально. О, первосортное мясо. Возможно, пригодится. Алло, я зайти не могу. Это было смешно. Так, первосортное мясо. Сколько ты? Час. 70 часов на испорчивание. Отлично, это то, что мне нужно. Так, дальше. А, сейчас газанем. Блин, полимер. Очкую, опять, по ходу дела какого-то динозавра, ну, да, я уже говорил, да, как с чифами была такая история на АК, а, собственно, это и есть АК, Arkham's Life, только переделанный название, и в целом разработчик сейчас другой этим занимается, точно такая же проблема, и, возможно, кто-то заходит в игру, и рядом с ним находится такой чел, то есть такой динозавр, который, из-за которого вылетаешь не ты, а весь сервер. Ну что поделать, охота пойти подлутаться. Но для начала мне нужно, я думаю, дубинки сделать. Дубина мне нужна, дубина мне важна. Я ее вроде еще и не изучал. Нет, изучил уже, успел. В окно деревом. Вот, сделаем 5 штучек, и я думаю, уже стоит полететь туда. Поедем лутаться с пингвинов. Вот, заодно посмотрим мешаник. Вот, что там, как там вообще. Мне бы хотелось бы залутать мешанику, точнее, притомить мешанику. Очень бы хотелось. Так, ну ладно. Если что будет интересно, я обязательно же включусь. Ну, вы меня знаете. Ой, ёпта. Спешл манта. Я манал тебя, манта. О, там драконов много. Летает овца. Иди в баню отсюда. Ну как тогда впереди? О, аж 3 дракона. Слышь? Спешил манта. Так, погоди-ка. У меня есть шансы. Тихо. Есть! Ой, ёпти, воюешь налево. А, не сильно дамажит, отлично. Хей! Файтинг! Фай! Есть! Я лечу! А приземлись уже хоть куда-нибудь. Так. Эй, тащи тело. Ну ладно, давай хоть на мясо добудем. Ёпта, авираптор странный, господи. Я вечно этих авираторов путаю с рапторами. А, так было очково, если честно. Просто жуть. Ну ладно. Ничего интересного. Но это как это... Этот... электрик угорь электрический, которого нужно будет томить. Кстати, скоро начнем уже томить и улучшаться до... то есть улучшать альфа-чей и так далее делать. Скоро начнем томить, все нормально будет. Вот это угорь, я смотрю, плавает, такой, хоп, вынырнул из воды, думаю, ну, сейчас залутаю, это же альфа-угорь. Ага.
Залазил в инвентарь, там тупо ягоды. Ну, я его на рыбу раздербанил хотя бы. Ну, вот так же, как и с мантой. Только манту я сам убил, а тот сам суицидник оказался. Да. Ну ладно, а тем временем я уже практически долетел, и будем смотреть, что там дальше. Вот такую ловушечку я встретил на этом острове. Кстати, можно уже разрушить, человек уже не играет давно. Вот, и, кстати, сейчас я это и сделаю. Суть-то в чем? Поначалу можно было строить, ну, то есть ловить этих угрей, они ловились только здесь, на этом странном озере. Здесь, помимо этих угрей, были еще альфа-крокодилы, короче. И такая проблемка была. То есть ты вроде бы и угря-то и ловишь, а крокодил ловит тебя. Вот, и как бы самый легкий способ был это именно вот так вот. Погоди-ка, там что, еще угри? Тоже угри есть? Ёптель-моптель, реально угри есть. Блин, я здесь его и буду ловить тогда. Здесь его поймать легче. Мишонечка, 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 Мишутка. А, вот, ну ты-то томишься, я знаю, что только таким способом. Да и думаю, сейчас они все томятся только таким способом. А, вот. Ну, в смысле, насильным способом называется он так. То есть есть пассивный и есть активный. Ну, это... ну, не пассивно-активно, а насильственный метод и гуманный метод. Вот, вот это вот более правильно сказано. Сколько я здесь строился, тоже было желание здесь построиться. Потому что, видите, вот, время ночь, да, время ночь, время темно, да, типа, а, тут все хорошо. Вот, все, все хорошо и прекрасно. Цыгане, вот, пожалуйста, тоже здесь томили цыгане. Цыгане, цыганята. Ну, здесь бегемоты они ставили, они такие более мажористые. Вот, ну, как вариант, да, нужно будет, я, наверное, здесь кроваточку поставлю. А, толку от этой кроваточки. Мне сюда так и так нужно будет лететь и так далее. Иди в баню! Нифига себе, за мной летит. А я слышу свист вот этот. И, блин, думаю, что за фигня? Благо заметил. Так, ну погнали. Погнали к пингвинчикам, добывать полимерчиком. Собственно, что я еще хотел проверить, это если здесь крокодилы. Крокодилов нет, слава богу, разработчик все это пофиксил. А может, это администрация сервера, такие хорошие, все пофиксили. Но я думаю, что это все разработчик, как бы, потому что все-таки в обычной воде угрей было найти практически нереально. Сейчас же, ну, вы сами видели, уже сколько раз на моем, в моих сериях их можно было заметить. Вот, как бы разработчик, я думаю, все-таки это пофиксил дело, и молодец в этом плане. Так. Дубиночку надо достать. Надо что, дубиночку берем? Так. И добываем полимерчик. Вот, органический полимер, мне его нужно много. Я бы даже так сказал, мне его нужно очень много. Отлично. Так, 30 в тебе никак не изменяется, так что погнали. Так, сколько я органического полимера? Соточку добыл, блин, клёво. Отлично. Да что ж такое, пролетаю опять мимо. Так. А, дубинок, как вы видели, я взял 5. Потому что примерно одна дубинка на 2 пингвинов только. О, господи. Жрет, блин. Неужто больше сотки? О, да, 140. Это здорово. Это вообще кайф. Это, видать, это, наверное, из-за того, что он большой органический полимер, поэтому добилось много. Так, хотя можно было просто взять это, дерево и волокно. Ну да ладно, что-то я об этом не задумался. Было 140, о, тоже 140, отлично, значит больших надо валить. С маленьких лутается лучше первосортное мясо. Ну, как вы понимаете, первосортное мясо здесь залутать больших делов. Так, вот это выкинем.
Ну, в том плане, что лутать лучше всего первосортное мясо именно с этих. Точнее. Не дубины явно лутать нужно. Так, юный кай руку. Юный кай руку. Так, ну будем юнцов глушить. Что ж поделать, они хотя бы здесь рядом. И органический полимер, это хорошо. Я бы даже сказал, это замечательно. Ну, опять-таки, живот, пожалуйста, два мелких убил. А, точнее, залутал, и все равно столько же много получилось полимера. Только с одного получилось 160, с другого 140. Так что тут как бы немножко другая система работает, а не большой-маленький. Да уж, ну, тем временем полимеры уже 660, это здорово. Полимерчик мне нужен на гриндер, мини-гриндер и мини-фурнейс. То есть, хорошая печь и гриндер, дробилка. Вот, нужен не только это, нужно будет еще обсидиан залутать и так далее. Ну, обсидианчики я, может быть, сейчас сразу же слетаю, залутаю. Вот, 140. Пожалуйста, 140. А, там 120 и 160, господи. У меня с математикой так все весело. Оказывается, так все весело у меня с математикой. Вот, так что все нормально. Такой прикол. Слышите звук? Я уже, находясь здесь, считаюсь, как будто я под водой. А я думаю, почему птер сесть не может? В общем, все замечательно. 1500-1540. Сейчас еще одного пингвинчика залутаем. И 5 дубинок. Израсходованы будут. Здесь 10 икс рейты. Что означает? Так, давай, давай. 150 полимера. С 5 дубинок. На 1 икс рейтах. Или же с одной дубины. А, да, подождите, я сейчас еще залутаю. А, ну, в целом, получается, с одной дубины где-то около 10-20 полимера будет лутаться. Вот, здесь, видите, вообще мало дали. 10-20 полимеров вполне достаточно, чтобы хоть что-то как-то сделать. То есть, допустим, одна дубинка, да, то есть, это всего одна дубинка. Этих дубинок может у вас быть тонны. Так, все, это можно выкидывать. Все замечательно. Так, я не туда полетел. Погнали сразу же на выход. И полетим на летающий. Ну вот, будем уже пробовать залутать обсидиан. У меня еще пока что вес есть. Конечно, они весят дофигища. Но пока что еще все нормально. Так, давайте здоровичком. Ну, до 6000 ровно. Кстати, у моего одного птера, я вам, если не забуду, в конце покажу, выносливость 99,6. О, 60-х. Это как цены в каких-нибудь магазинах, там, Эльдорадо, тупо гипермаркета, где там все по 14,99 или 14 990 рублей, там, да. Там. Блин, ей-богу, даже смешно как-то стало. Я решил выносливость больше его, точнее, ей не качать, чтобы была именно такой. Думаю, как бы прикольно все-таки. Вот, ну, а сейчас за обсидианом, почему бы и нет. Мне кажется, или это обелиски стали выглядеть как как-то поприкольнее. Как-то они более какие-то внушительные стали, и это свечение у них как-то стало больше. И в целом они как-то стали, блин, прям конкретно, можно так сказать, значимыми структурами. Потому что, как мне помнится, раньше вот такого свечения вроде бы не было. Или было, но у меня как-то не прогружался. Даже в упор, я бы даже так сказал. Блин, здорово. Кстати, у меня тут... я же пытался серию записать. Вот, потом вылетел, все дела. Вылетел, короче, потом прыгнул, думаю, нафиг я и так. С утра запишу. Ну, вот, как видите, с утра тоже не получалось. Записываю сейчас, днем. Суть в чем, там у меня летал кицаль. Блин, я так думаю, вот здорово бы сейчас кицали притомить, да, то есть по факту можешь перемещать своих динозавриков и так далее. По факту даже можно рекса перетащить.
на Кетцале, да, золото притомило Рекса, и можно будет его перетащить. Это здорово, но, блин, Кетцале притомить, это очень сложно в соло. Я помню, как я томил Кетцале в соло, это просто кошмар. И пока не придумали, чтобы можно было на летуне, по факту ты же можешь на летуне брать что-то, допустим, арбалет в руки, да. Ну да, ты не держишься за самого Птера, допустим, за Птера. Но по факту ты же это... Ой, ёпта. По факту ты же можешь, типа, зацепиться... А, это Фомиклотон. Зацепиться там ногами, там, ремешки дополнительные привязать, чтобы там было лучше цепляться. И, там, точнее, не нужно было цепляться, там, не упал бы, чтобы... Блин, как-то чутка не продумано, с одной стороны, но с другой стороны... И логично, с другой стороны, не продумано. Ну, к примеру, на топижаре, да? Когда ты управляешь топижарой, ты не можешь. А твой сосед, который стоит, сидит в седле рядом, точно так же не зацепленным, он может. Да. Как-то это все дело не продумано. Вот. Ну, а тем временем, пока туда-сё, я уже лутаю обсидиан. Обсидианы я не знаю, сколько мне нужно, если честно. Как вариант, очень много, примерно так же, как полимера. Но тащить я сейчас не смогу много. Поэтому для начала мне бы хотя бы немножечко притащить, и было бы уже замечательно. О, кроваточка. Well got. Погоди-ка, это же с тебя можно, да? Типа, да, с тебя можно. Показалось. Это же с тебя можно, типа, подошел там и рыбу залутал. А, точнее, ну, сырую рыбу. Кстати, я не понимаю, зачем ставят эти вот кровати? Ну, респанешься ты. Вот ты же без лута респанешься, без динозавра, без лута. То есть это же не как телепорт. То есть, ну, даже, допустим, я сюда прилетел, да, на кровать, там, переместился через кровать. И что мне это даст? А факту-то это же не телепорт. То есть я не смогу отсюда лут перетащить. То есть мне сюда надо как-то на динозавре прилететь. Непонятно, пишите свое мнение, или вы сами так ставите кровати, вот как там вот кровати, да, стоят. Зачем она здесь? И типа, если бы тебя убьют, то у тебя была бы возможность здесь респануться рядом. Это единственное адекватное объяснение всему этому действию. Так, 360. Слушайте, а мало там веса он занимает. Надо бы еще обсидианчика подлутать. Хо-хоу, какой идеальный кетцаль 5-го левела. То есть идеально его притомить, чтобы других каких-то томить. Возможно, я его и притомлю. Так как его томить будет намного легче в этом плане. Так. А, ну, я тут это, обсидиан-то залутал, 1000 штук. 1000 с копеечками там что-то. О, еще прикольные штуки. 1010, да. Так что все нормально. О, хитиновые ботинки. Так, это у меня. Ботиночки. Отлично, это можно выкинуть. Седло для анкила. Супер, 57 брони. Ну, все здорово. Дамаза долетел. Пока летел, я еще подлутал чертеж, металлическая кирка, которую вполне мне нужен в этом плане. Вот, и все просто замечательно. Спокойно теперь можно загрузиться на базу. Сейчас я вам покажу то, про что я говорил. То есть вот выносливость 999,6. Так что да, вот такие вот дела бывают тоже. Так, теперь надо взять абсолютно все, кроме, пожалуй, полимера. Вот, он просто тяжелый, и я его лучше перемещу обычным способом. В том плане, что так вот там. И органик полимер. Органик. Да. И все. 1620. Я тут язык себе немножко прикусил сбоку. Он как, не прикусил, натер. У меня, как говорится, договорился. Да, там какой-то скол зуба или что, и натер мне, поэтому немножечко, уж извиняйте, говорю как могу.
Я тут еще понял, что мне не только нужен будет этот, ну, блин, козлину вообще фиг поставишь куда. Не только нужен будет обсидиан, но еще и нужен будет этот, господи, топ, о, нефть. Так что сегодня уже вряд ли что я сделаю. Так, давай-ка глянем органику. О, прикинь. Ага. А че он так улучшился в качестве сразу же? Так, значит, ты же из S плюс тоже. Нет, ты обычный тормошков. Ну давай посмотрим. Ну, мне так и так его хранить негде, так что будем закидывать его сюда. И по бороде. А, кстати, я же могу создать кое-что другое. Я могу создать холодильник. О, я много чего могу создать из мини. Так, к примеру, так ввести. Мини. А, он же в этом верстаке создается. Мини-реактор могу создать, мини-холодильник могу создать. Так, полимер есть, кристалл есть, литок металла найдется. Но для начала мне нужно состряпать вот эту печку. Цементная паста 1000, слиток металла 3000, нефть... А, мне нефть нужна была. Обсидиан сильно не нужен такой, прям уж так уж сильно уж. Это только для создания полимера. Ну, обсидиан пригодится. Я его как бы сильно много, это я его и не лутал. Вот, в первую очередь мне нужно создать мини-индустриальную печь, чтобы я мог уже создавать газлайн. Вот, чтобы я мог уже металл переплавлять в таком количестве, которое мне будет нужно. Соответственно, после я уже создам мини-холодильник, мини-сейф и так далее. Это я все буду создавать, потому что, как видите, они требуют металла очень-очень много. Особенно мини-индустриальная гринилка. Она требует в два раза больше, чем печка. Ну, практически в два раза больше. В полтора раза больше ресурсов. Вот. Ну, а от этих четырех печек я, наконец-то, уйду и избавлюсь. Поставлю здесь печку, где-нибудь генератор поставлю, и все будет просто замечательно. Все будет у меня как надо. Что? Да, на этом уже, пожалуй, и все. Потому что, путешествие было долгое, путешествие было изнуряющее. Был момент, когда сервер чуть не вылетел. Просто был жесткий пролаг. Я думал, ну все, сейчас вылечу. И повезло, игра вернулась в норму. Как видите, базу я потихонечку улучшаю. Буду смотреть, что, как, где я буду делать дальше. Там уже посмотрим. В целом у меня будет база матрешка, 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 матрешка. То есть до лута, чтобы добраться, мне нужно будет 3, а то и больше слоев пробить. Так что примерно я вот на такой расчет и делаю. Ну так, на всякий случай, все-таки я человек ученый, и раз уж один попадался умник, то этого будет мне вполне достаточно, чтобы оглядываться в будущее. Тем более здесь тикс, залутать металл в большом количестве не так уж и сложно, так что все просто замечательно. А в офлайне меня зарядить не смогут. То есть, по-простому говоря, самое главное защититься, пока я онлайн. Все, на этом уже точно все. О новых изменениях и, конечно же, новых приключениях вы можете узнать уже в следующей серии. Ну а на этом я уже точно буду с вами прощаться, поэтому не забывайте подписываться на канал. Конечно же, это если вы впервые на моем канале, ставить лайк, если вам все устроило и понравилось, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Ой, по столу ударил. Все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.